Здравствуйте, товарищ Рыболов. В сегодняшнем видеообзоре хочу рассказать об одной интересной приманке от компании Yoshionix. Это японская компания, которая производит интересные силиконовые приманки, достаточно недорогие. И в данном случае приманка называется Zenderbolt в размере 5 сантиметров. Приманка представляет из себя такой вот миниатюрный виброхвостик, объемненным тельцем и тут тоненьким хвостиком. Тело примерно посередине имеет сегмент и такие вот миниатюрные ребра, что позволяет хвостику более активно играть при проводке. Все тело приманки покрыто такими ребрышками. На теле приманки имеются два паза, один сверху, другой снизу, для монтажа офсетного крючка, для обеспечения его лучшего шеевой скрытности и выхода из тела приманки при поклевке. Приманка изготавливается из съедобного силикона, в состав которого входит соль. Как известно, приманки с солью нравятся большинству видов хищников, и они дольше ее держат в пасти при поклевке, что дает рыболову больше времени на подсечку. Это, как вы уже поняли, приманка для микроджиговой ловли и предназначена в основном для ловли окуня и других некрупных видов рыб. Приманка имеет очень активную игру, реалистично копирует движение раненого малька и, естественно, что не может быть незамечено хищником, поскольку малоподвижная раненая добыча либо неестественно себя ведущая рыбка, очень легкая добыча. Данные приманки поставляются в таких вот упаковках по 20 штук в одной пачке в данном размере. Достаточно много. Спасибо производителю, что не жадничает и вложит достаточно большое количество своей продукции в упаковке. Так что всем любителям микроджиговой ловли советую обратить внимание на продукцию Yoshionix и в частности на данную приманку, которая называется Zenderbolt. Всем спасибо за внимание. Данный видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazine.